На область надвигается холодный фронт. Уже в предстоящие выходные столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус. Впрочем, воспитанникам детских садов и школ, а также пациентам больниц Тюмени предстоящих заморозков бояться не стоит. Несмотря на то, что отопительный сезон в областном центре официально закончился еще в апреле, в большинстве социальных учреждений батареи останутся горячими. Заявки на тепло в холодные дни уже оформили 233 организации. Это все делается в один день, то есть подается заявка, выезжает представитель, и ответственное лицо по тепловому хозяйству непосредственно это учреждение выполняет открытие запорной арматуры. А вот для жилых домов в Тюмени подобная процедура не предусмотрена. Эксперты советуют горожанам держать наготове исправные обогреватели, а выходя на улицу, одеваться по погоде.